Так, всем привет. Продолжаю обустраивать свою квартиру в Домодедово. Такая сегодня посылочка пришла из Москвы. Это Blue Sleep, фирма торгующая всевозможной продукцией для сна, так скажем. Как я о них узнал, тёще мы покупали кровать, матрас. Еще покупали мы, получается, одеяло. Кстати, покупали одеяло, ну, не знаю, если честно, не зашло. Еще я ездил, получается, Китай, гор. Нет, на Лубянку. На Лубянку есть у них такой тестовый, как сказать, шоурум, и там можно потестить некоторые товары. Лично я тестил подушку в подушке, то есть такая подушка убирается в подушку. Не объяснить это, надо смотреть. Вот такая у нас посылочка из Москвы сегодня пришла. Не знаю, что это такое. То есть мне пришла просто обычная подушка. Сейчас устроим анбокс подушки. Это фирма, получается, какой-то англичанин, Марк там какой-то Хенфельд, вложился в нашу российскую фигню. Решил немного сделать. Они производят кровати, матрасы, но сразу скажу, что это получается не ортопедический, а анатомический у них продукция. Отличие ортопедического от анатомического, не знаю, вот как своими словами, наверное, не смогу объяснить. Ортопедический матрас, наверное, там все будет держать себя ровно, так сказать. Удобно спечатать и рассказывать одновременно. То есть ортопедический матрас у вас будет, ну, просто держать спину там ровно. Анатомическое не будет, там обволакивать наоборот. Твое тело там, когда ты лег на кровать. На самом деле я вот эту подушку не тестил. Тестил подушку, как я сказал, в подушке, она мне показалась очень большой. Поэтому решил взять вот такую. Она меньше. Но сейчас что-то я уже думаю, что она будет совсем маленькая. Не знаю, посмотрим. Тестирую. Сороковку я свою разбил. В одно мгновение почти 70 тысяч ушло капли под хвост. Заказал стекло на нее 27 тысяч. Это без установки. Всего два стекла в Москве. Телефон до сих пор является еще как бы новым. Очень мало. То есть два стекла в Москве. Вот мне его как-то всю ночь там выискивали, все-таки обещали, что достанут и привезут. Так. Она должна быть с чехлом. Я так понадеялся, не знаю. Или нет, так.
подарочек никакой не положили. Вот, собственно, она подушка. Плюс ли. Мягкая. Ну, такая же, как я вот спал. Как не спал, а тестил. Катя, одеялка тоже так. Не знаю, мне понравилась одеялка. Катя, не понравилась одеялка. Ну, надо поспать, чтобы понять, что это такое вообще. Вот так. Вот это вообще должен быть чехол. Нет. А, точно чехол. Вот чехол, вот она застежечка. Вот она сама подушка. Прям мягкая-мягкая. Ну вот. Такая у нас сегодня новиночка на обзоре. Посмотрим, во что англичанин вложил деньги. И что у нас здесь производят в Москве. Какие подушки. Может, еще раз говорю, сам я не спал, а только тестил. Все, всем спасибо, удачи.